это никак не обретаете. Цена от 2 161 тысячи рублей. Второй у нас немец, Volkswagen Amarok. Двухлитровый дизель развивает мощность 140 лошадиных сил. Максималка 167 км в час. Привод полный, коробка передач механическая шестиступенчатая. Клиренс 192 мм. Заплывов он увидел мужчину, которому стало плохо в воде. Вместе с другим, находившимся неподалеку
Держи, Джеймс Бонд здесь. Живо. Агент 007 Пирс Броснан, похоже, кое-что перенял у своего персонажа. Когда снимался фильм «Перси Джексон», он спас жизнь своей коллеге Уме Турман и еще нескольким людям на съемочной площадке. С высокого холма неожиданно покатился трейлер. Его забыли поставить на тормоз. Прямо перед машиной находилась Ума. Крикнув ей, чтобы бежала в сторону, Пирс бросился к грузовику, запрыгнул в кабину и увел авто от группы людей, стоящих у него на пути. Говорят, Турман до сих пор величает Броснана настоящим агентом 007 и всячески демонстрирует свою благодарность. Второе место. В начале июня 2018-го повел себя бесстрашно Шерлок Холмс наших дней Бенедикт Кембербэтч. Сидя в машине, актер увидел, как несколько грабителей избивают разносчика еды. Артист потребовал, чтобы хулиганы оставили парня в покое. Но те, очевидно, фильма о Шерлоке Холмсе не видели и требования известны выполнять отказались. Тут подоспел еще один неравнодушный местный таксист. И им вдвоем с Бенедиктом удалось отбить курьера от бандитов. Первое место. Ты на словах такой смелый? Ты сам этого хотел. Ты в порядке. Вставай. Том Круз герой не только в кино, но и в жизни. В 1996 году актер и Николь Кидман, тогда еще его жена, шли на яхте по Средиземному морю. Артисты заметили терпевший крушение парусник и, не раздумывая, бросились на помощь. Им удалось спасти всех, кто был на борту. В том же году Круз случайно оказался на улице рядом с женщиной, которой стало плохо. Он быстро вызвал скорую помощь и даже оплатил лечение несчастной. В списке известных подвигов Тома значится еще и спасение мальчиков на премьере фильма «Миссия невыполнима». Их едва не затоптала толпа фанатов. Вам знакомо такое? Ноги невозможно втиснуть даже в разношенные туфли. Глаза щелочки, под ней мешки. Это не просто припухлости, это отеки. И, как правило, проблема это летняя. Почему мы отекаем? В чем опасность для здоровья и как? Продолжение следует...
грехи. Лучше такое с утра, да, Петя?